У вас небольшое кафе, кондитерская или мини-пекарня, этот вариант для вас идеальный. Надежность, удобность и компактность – это именно об этой печке. Эти печи разработаны для поддержки простых процессов приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий. В комплектации Unoxana 023 входит 4 противня в комплекте. Алюминиевых 460 на 330. То есть отдельно докупать противень не нужно. За раз можно полностью загрузить камеру на 4 уровня. Циркуляция воздуха позволит равномерно пропечься выпечки, а также получить хрустящую корочку. Что касается управления, очень простое. Есть два регулятора: регулятор температуры и регулятор времени. Температуру можно регулировать от 30 до 260 градусов, ну и температуру выставлять насколько нужно. На что еще стоит обратить внимание, это на дверь этой печи. То есть производитель позаботился о том, чтобы она была довольно-таки удобной, надежной, компактной. Здесь в комплекте идет двойное стекло, внутреннее стекло предотвращает нагреву наружного стекла. То есть наружное стекло нагревается не выше 60 градусов, так как есть между стеклами внутренняя подушка. Также можно обратить внимание на плотную резинку. То есть на вот эти расходники нужно обращать внимание, так как в дальнейшем, если они некачественные, это будут дополнительные ваши затраты на материалы. В комплекте этой печи идут петли, на которые крепится данная дверь. Фабрика, на которой мы заказываем эту печь, перед тем, как установить эти петли, непосредственно проходит испытания до 100 000 открываний.